Привет, друзья! Вы снова на канале Русского Сумасшедшего Пилота. В начале этого лета я снова начал бегать. Спустя большой промежуток времени после серьезной травмы, которая у меня случилась несколько лет назад, связанная с парапланеризмом. И я хотел поделиться с вами этой радостью. Но, к сожалению, хваленый Aute Levo 2 Pro слился, отказавшись работать в режимах динамического слежения. Я грешил на прошивку, и, судя по отзывам в интернете, не я один. Что же делать? Остается только вариант снова перепрошиться. Ролик по перепрошивке этого коптера с помощью SD-карты и по красивому полету над облаками утреннего тумана, вы можете посмотреть по ссылке в подсказке сверху. Процедура полезная и достаточно простая, хотя результат не обрадовал. Но прежде чем откатываться на более старую прошивку, хотелось бы проверить совсем новую прошивку с совершенно новым программным обеспечением Autel Explorer, которое доступно на текущий момент на сайте производителя, без хаков, доработок и, к сожалению, пока без русского языка. Замечание по поводу необходимости проверки новой прошивки с последним новым ПО сделал один из зрителей канала, за что ему огромный респект, и поехали! На текущий момент у нас доступна версия прошивки 1.1.8.2.5 на сайте производителя от 7 августа 2022 года. Что же говорит производитель, что же сделано? А сделано, в принципе, казалось бы, немного. Написано «Bug fixes and optimization», то есть исправление ошибок и оптимизация. Так давайте посмотрим, насколько эффективно работают инженеры и программисты компании Autel, и насколько эффективно они пофиксили, расширили и углубили. А перед тем, как все это проверить, давайте обновим Autel Explorer. Процедура обновления программы Autel Explorer очень простая, но чтобы все получилось, необходимо предварительно удалить старую версию ПО, и я бы на всякий случай перезагрузил телефон, хотя это не обязательно. После этого находим в Play Market свежий Autel Explorer и устанавливаем его. Пользователи айфонов поступают аналогичным образом. Да, надо отметить, что на сайте производителя в разделе Autel Explorer Beta есть еще более свежая версия программы, версии 2.0.1 и для iOS 2.0.2, в которой помимо устранения ошибок введены некоторые новые функции для режима полета миссия. Но в этот раз бету мы рассматривать не будем. Чувствую, холодно-то, бляха. Ну что же, проверим режим динамического трекинга. Опаньки! Быстро, четко. Четко. Работает. Ай-яй-яй. Все отлично, режим Dynamic Track восстановлен. Ну а теперь слетаем куда-нибудь, чтобы проверить режим Smart Orbit. А вот это здание, которое я облетывал в самый первый полет, когда только получил этот дрон.
Тогда оно еще строилось и было всего лишь наполовину возведено, а сейчас уже полноценно сдано в эксплуатацию. Давайте на нем и проверим облет, режим Smart Orbit или умная орбита. Ну что же, инициализация прошла успешно. Давай попробуем облететь его. Чтобы не ползти со скоростью 4 км в час, накидываем до 25, и у нас пошел облет. Хочется погреться. При этом я меняю высоту вверх-вниз. Камера у нас держит объект в поле зрения. Угол наклона камеры меняется автоматически. Отлично! Все работает отлично. А это круто вообще. Чума. Ура! Ну и хорош. Man your flight. Дрони, давай домой. Ну что же, вот и решилась наша проблема. Выходит, программисты Autel недаром едят свой хлеб. Оказывается, для того, чтобы квадрокоптер Autel EVO 2 Pro работал хорошо и надежно, надо обновлять не только прошивку, но и программное обеспечение Autel Explorer. Несмотря на то, что хочется использовать русский Explorer, лучше использовать оригинальный Explorer с сайта разработчика без доработок. В этом случае действительно дрон работает надежно, исправно, и все интеллектуальные режимы снова становятся нам доступными. Ведь, как мы убедились, для того, чтобы все работало исправно, нам нужно использовать самое свежее программное обеспечение, и при том оригинальное. Теперь возникает резонный вопрос, нужно ли делать видео об откате прошивки на более старую. В любом случае, черканите, что вы думаете по этому поводу, и если такая необходимость присутствует, я попробую откатить прошивку чисто из экспериментальных целей. Хотя, конечно, особой целесообразности в этом уже совершенно не вижу. Да, до 1000 подписчиков осталось совсем немного, поэтому давайте поднажмем. Если вы до сих пор не подписаны на канал, подписываемся, палец вверх. Ну или вниз, если нет силы в руке. На этом все. До новых встреч. Пока.